Как известно, когда коту нечего делать, он начинает материализовать свои эротические прогнозы в доступной ему автоорально-генитальной форме. Когда нечего делать высокопоставленным украинским дипломатам, то они начинают сублимировать геополитическими прогнозами. На сей раз нечего делать было лично министру иностранных дел Украины Вадиму Пристайко, который маялся бездельем между Мюнхенской конференцией, куда его не взяли в силу профнепригодности, и очередной сессией Генеральной Ассамблеи ООН, куда он вылетел в силу невостребованности в Украине. И здесь произошла типичная история из серии «Вот и встретились два одиночества». К Вадиму Пристайко пришел корреспондент газеты «Респект». «Как? Вы не знаете это влиятельнейшее европейское издание с тиражом в 30 тысяч и подпиской в 15 тысяч экземпляров? Ну, оно еще выходит на общепонятном всем европейцам чешском языке». Хотя, впрочем, возможно, в этом и заключался мудрый план Пристайко, не тревожа западных коллег, хайпануть в Украине и России. Короче говоря, 17 февраля в интервью чешскому изданию «Респект» украинский министр иностранных дел сообщил, что между Белоруссией и Россией существует угроза войны, поскольку Москва не может позволить белорусам оставаться независимыми. Цитата. «Несколько лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами. И когда я официально заявил им, что если они захотят остаться независимыми, то столкнуться с такой же войной, такими же трудностями, такими же страданиями, как и мы, они не поверили мне. Возможно, теперь они меньше сомневаются». Конец цитаты. Ну и переходя от теории к практике, Пристайко прямо заявил, цитата, «А наш совет такой, когда на вас нападет Россия, у вас будет два варианта. С помощью иностранных партнеров сохранить разум и спокойствие и проиграть. Или начать немедленно бороться». Конец цитаты. Здесь, конечно, хочется уточнить, а Украина победила или с помощью иностранных партнеров сохранила разум и спокойствие? И нынешние перманентные обращения Киева к иностранным партнерам, они ради сохранения разума и спокойствия или ради победы? Впрочем, в мире, где зрада и перемога составляют взаимопроникающие и неразделимые инь и янь отечественного бытия, подходить к заявлениям министра иностранных дел с принципами бинарной логики просто неприлично. Ну а первыми отреагировали на слова украинского министра иностранных дел белорусские десантники, уже утром 18 февраля начавшие учения по обороне объектов. Правда, эти учения проходят под Псковом и совместно с российскими десантниками, но главное, что начало обороны уже положено. Что же касается депутатского корпуса Белоруссии, то председатель комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько так ответил нашему главному дипломату. Цитата. «Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица. Им заявления такие делать легко, потому что им уже терять нечего во взаимоотношениях с Российской Федерацией. У нас отношения с Россией, они, естественно, непростые, как у любых государств. Но до войны не то, что далеко, это просто немыслимо, это невероятно. Этого никогда не может быть». Конец цитаты. И все же, используя господина Пристайко в качестве камертона, а иного применения этому выдающемуся представителю школы украинской дипломатии Удовенко, Тарасюка, Огрызко, Дещицы, Климкина, я просто не знаю. Мы с вами в данной программе обсудим степень независимости Украины в целом ряде вопросов. Но, пожалуй, начнем с белорусского кейса, тем более, что наши власть придержавшие в последние дни стали поминать северо-западных соседей с непривычной частотой. Так министр экономики Тимофей Милованов на конференции «Экономические стратегии. Рост через инвестиции» заявил, что Украине нужно 50 лет и 100 миллиардов долларов инвестиций, чтобы модернизировать основные фонды до уровня Белоруссии. Неудивительно, что министр, негативно относящийся к чтению книг, не обладает даже минимум логического мышления, как, впрочем, и его коллега по иностранным делам. В противном случае он бы сообразил, что весьма странно для успешно реформируемой уже шестой год подряд Украины догонять не либерализированную, не дерегулированную и не декоммунизированную Белоруссию. В
Впрочем, в случае успешного белорусского Майдана Украина легко догонит Белоруссию за 5-6 лет. Кто не верит, спросите у Яреська с Гонтаревой, если, конечно, вы их встретите в Украине. И, скорее всего, хотя Александр Лукашенко в последнее время больше говорит о красных линиях в восточном направлении, он прекрасно представляет себе, чем чревато его возможное движение за красные флажки в западном направлении. Во всяком случае, 18 февраля он продолжил свой углеводородный торг с Россией на уровне хозяйствующих субъектов, пригласив на переговоры в Минск главу Роснефти Игоря Сечина. Впрочем, господин Сечин, будучи полностью лояльным российскому президенту, директором подконтрольной государству нефтегазовой компании, вряд ли может выйти далеко за рамки путинской установки. Внутрироссийские цены на нефть для Белоруссии только в обмен на конкретную дорожную карту дальнейшей интеграции в рамках союзного государства. Однако на Западе сегодня разгорается скандал, формально инициированный Deutsche Welle, которая предъявила миру весьма своевременно раскаявшегося экс-бойца специального отряда быстрого реагирования МВД Белоруссии Юрия Горавского, признавшегося в убийствах оппозиционеров 20 лет назад. Немецкая волна в своем эфире даже организовала трогательный вечер воспоминаний Елены Захаренко, дочери исчезнувшего экс-министра внутренних дел Белоруссии, а позже оппозиционера Юрия Захаренко и якобы его убийцы Юрия Горавского. Разумеется, у официального Минска имеется своя версия событий, ключевыми моментами которой являются крупный кредит, который взял Захаренко в Украине у неких авторитетных людей, и его благополучное бегство от этих людей в Германию. Однако, судя по обложке «Калиброванный соросятни в Украине» издания «Новое время», никто на Западе не готов забывать предъявленные батьке претензии. Их могут лишь временно приглушить. Впрочем, кроме абстрактного Запада, для Белоруссии существует вполне конкретный западный сосед с непростой историей сосуществования, а именно Польша. И польский взгляд на Белоруссию, похоже, не может сконцентрироваться на некоем едином подходе. Так, в один день, 13 февраля, авторитетнейшая польская ежедневная газета «Речь Посполита» разместила сразу два материала на белорусскую тему. Первый материал носил аналитический характер, какую стратегию избрать в отношении Белоруссии, вопросительный знак. По мнению автора, первая стратегия заключается в том, чтобы счесть интеграцию Белоруссии и России свершившимся фактом. Из этого следует, что, цитата, «нам пора перестать делать вид, будто мы поддерживаем Лукашенко, ведь Польша и Евросоюз уже неоднократно предпринимали такие попытки, но никаких эффектов они не принесли». Конец цитаты. Впрочем, автор задается вопросом, на самом ли деле никаких эффектов не было, и как выглядела бы сейчас ситуация, если бы мы много лет подряд не вели игру с белорусским президентом. Автор предполагает, что без западной игры выстраивание отношений с Лукашенко, которое порой выглядит крайне наивно, его страна находилась бы в куда более сложном положении, а граница России уже на самом деле проходила бы по Бугу, что отразилось бы на уровне безопасности как Польши, так и всего Запада. С подходом автора, конечно же, можно спорить, но логика в нем присутствует, так же, как и честность в определении отношений Запада и Минска как игры. Вторая стратегия, утверждается в материале, опирается на противоположную идею. Запад должен продолжать вести игру, несмотря на то, что нас расстраивает отсутствие заметных эффектов. Раз президент Белоруссии ведет игру, значит, ее нужно вести и нам. Он изображает дружеские чувства то к России, то к Западу, а тот во втором случае верит в искренность его намерений. Эту стратегию использует администрация Дональда Трампа. Она отправляет в Минск высокопоставленные делегации, аккуратно обрисовывает перед Лукашенко возможные перспективы, ждет подходящего момента, налаживает связи с некоторыми членами минской команды, в первую очередь с теми, кто настроен на диалог. Это классический дипломатический подход, подразумевающий сохранение каналов коммуникации, мягкую поддержку и создание задела на будущее. Кстати, обращаю ваше внимание на весьма тонкую мысль о том, что в игре с Западом активной стороной выступает именно Лукашенко.
Именно поэтому автор материала считает более перспективной вторую из представленных стратегий, а именно ведение игры. Цитата. Кто-то может сказать, что это лишь попытка купить время. Именно так. Один из методов ведения политики – это именно покупка времени. Прелесть политики заключается в элементе непредсказуемости, возникающем потому, что люди не машины. Там, где задействованы люди, большую роль играют положительные и отрицательные эмоции, болезни и смерти, появляются неожиданные повороты событий. Эти повороты не обязательно меняют ситуацию к худшему, тем более, что на горизонте появилась перспектива изменений в России. Ожидание имеет смысл. Конец цитаты. Строго говоря, автор материала «В Речи Посполитой» предлагает старую китайскую стратегему: если долго сидеть на берегу реки, то рано или поздно мимо тебя проплывет труп твоего врага. Риски этой стратегемы заключаются в том, что, во-первых, ты можешь оказаться выше по течению, во-вторых, если ты перепутал реку с болотом, то рано или поздно из омута вынырнет твой враг и утащит тебя в глубину. Второй материал носит характер частного мнения и называется «Дьявол в Минске не лучше москаля». Тем самым автор, экс-посол Польши в Республике Беларусь Лешек Шерепко, полемизирует с расхожей ныне польской геополитической формулой «Дьявол в Минске лучше москаля». Мы не будем глубокомысленно вспоминать польскую формулу начала 30-х годов прошлого века «Дьявол в Берлине лучше коммуниста», а перейдем к сути. Польский посол в Минске в 2011-2015 годах считает, что знает Лукашенко лучше многих польских экспертов и утверждает, что белорусская армия уже стала частью российской, а в ментальном плане Александр Лукашенко принадлежит к русскому миру. Цитата. Он убежден, что Запад представляет для его власти большую угрозу, чем Россия. Его интересуют западные финансы, технологии и поддержка в стычках с Москвой, а не интеграция на условиях ЕС. Ведь созданный им режим, по своей сути, имеет антиевропейский и антипольский характер. При этом экс-посол предлагает использовать в отношении Минска методы кнута и пряника, а в качестве лакмусовой бумажки использовать отношение Лукашенко к живущим в Белоруссии полякам, которых якобы продолжают подвергать дискриминации и лишать основополагающих прав. Ну и в качестве идеологического прогноза следует нечто до боли знакомое. Цитата. «Созданная Лукашенко политическая система становится все более костной и все сильнее концентрируется на собственном выживании. Суверенной Белоруссии нужна не его консервация, а смена руководства и создание плюралистической политической системы. Только это даст ей новый импульс развития, который укрепит государство и позволит ему успешнее отстаивать свои интересы перед лицом имперских поползновений России. У Запада появится шанс помочь белорусскому обществу достичь этой цели только тогда, когда он перестанет стараться соответствовать ожиданиям президента Лукашенко и навяжет ему собственный график и политическую повестку». Конец цитаты. Одна проблема. Александр Григорьевич прекрасно понимает, что последним пунктом в западном графике и политической повестке для Минска суд и пожизненное заключение для Лукашенко, потому как опция «вылет в Ростов» будет для него заблокирована на более ранних стадиях следования западным курсам.